Стихийные свалки – актуальная для Подмосковья проблема. Навалы мусора на обочинах дорог портят облик нашего региона, разрушают его экосистему. Для борьбы с нарушителями власти Московской области привлекли представителей дорожных служб, а также сотрудников полиции и госадмитехнадзора. Теперь они ежедневно осуществляют патрулирование мест, где чаще всего образуются несанкционированные свалки. Одно из таких – Можайское шоссе. Здесь, на обочине, люди оставляют горы хлама. Вот и этот мужчина привез сюда два мешка строительного мусора. Но, увидев людей в форме, быстро спохватился и стал придумывать себе оправдание. Кто-то с машины бросил его на поле. Я его тащил, чтобы собаки не разорвали, не раскидали в разные стороны. А что же вы мусорку-то не выкинули, а на остановку притащили-то? Ну, все кладут же. Все кладут? Конечно. Но оправдываться бесполезно. Нарушение зафиксировано, а значит, протокол в любом случае будет составлен. За сброс мусора в неотведенном месте предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 4 до 5 тысяч рублей. Такой поворот дела нарушителя раздосадовал. От былой доброжелательности не осталось и следа. Однако агрессия не спасет от штрафа, который все равно придется заплатить. Ну я же не знал, все кладут же сюда. Незнание закона не освобождает от ответственности. Антимусорные рейды проводятся по всему Подмосковью. Жители региона могут принять участие в выявлении нарушителей, выкладывая в социальные сети фото и видео фактов незаконного сброса мусора с хэштегом, который вы видите на своих экранах. Дарья Киреева, телекомпания «Одинцова».